Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Ну что же, ребята, всем привет, вы на канале Play, и сегодня закончился сезон в Brawl Stars. Закончился наш с вами сезон, и мне дают за 23 тысячи, посмотрим сейчас сколько старпоинтов. 2 тысячи уже есть, 3 тысячи, 4, я потише сделаю, чтобы не кричала. Вау, не заканчивается, не заканчивается. 6 тысяч старпоинтов. На халяву, можно сказать. Я не особо я так потел, прям как, например, Холдик в этом сезоне 30к взял. Я где-то поиграл где-то недели две, ну, точнее, неделю и половину следующей, а потом я забил, потому что апнул 23 тысячи. Сейчас у меня 21 700. И можно, ребята, попытаться еще и апнуть 24 тысячи в этом сезоне, но мне кажется, я не хочу сильно потеть, серьезно. Кстати, сундуки появились? Появились. Ну что же, ребята, давайте сейчас пойдем играть, топ-комменты и поехали. Ну а если ты тоже хочешь попасть в топ-комменты, то пиши комментарии. Топовые комментарии, они обязательно попадут в следующее видео. Ну что же, давайте, ребята, заберем подарочек 80 удвоителей. Кстати, появились квесты? Квесты. Меня это очень интересует, потому что я, ребята, хочу забомбить такой видос, где я заберу и Гейла, ну и прокачаю его сразу же на фул. А это надо мне пройти где-то еще до вот сюда, вот, до 34-го, чтобы на фул прям, потому что у меня фуловый ак, и мне падают только монетки из ящиков. Как всегда, мне присылают мои хорошие учителя уведомления, делай задание и учи уроки, короче. Вот это так бесит меня, эта почта, блин, присылают и присылают, блин, бесконечно. Обратно же, два легких квеста. Исцели 30 тысяч единиц здоровья в режиме захват кристаллов. Но это для Поко не проблема, плюс у меня с гаджетом с пассивкой изи. Выиграй бой 3 раза в режиме парное столкновение. Изи просто. 3 раза победить, но это легко. Плюс учитывается второе место, не только первое. И еще, ребята, я заметил, что поменяли фон в Бравл Старс. А он более-менее подходит под Бравл Пасс. С глазом Тары, короче, такое восточное. Восточная музыка или не восточная? Ну, типа, да, восточная. Да, восточная музыка, короче. Вы сами можете послушать, если зайдете в Brawl Stars. Я не буду сейчас ее включать. Ну что же, ребята, давайте откроем эти ящики. Два ящика у нас есть. Один большой ящик и второй мега ящик. Ну что же, вы готовы, ребятки? Да, вы готовы. Давайте откроем все ящики. Хотя я не знаю, блин, большой ящик открывать тебя или нет. Монет мне не надо. Кстати, я, возможно, когда-то куплю золотой скин. У меня сейчас 27 тысяч. Давайте мега ящик сначала. Ну, потому что мега ящик я по-любому покупаю. Один предмет! Йоу, один предмет, ребята! Это или гаджет, или пассивка, или Макс, или Гейл. Гаджет на Карла. Отлично. Не, ну гаджет, но это же не фигово, нормально. Нормально. Кстати, гаджеты не продаются, к сожалению. Ну, давайте биг ящик откроем уже так, просто чисто для коллекции. Просто 116 монет. Спасибо за вашу щедрость, дорогие разработчики. Ну, а что, я доволен, то, что мне выпал гаджет. Мне обычно нифига не падает из ящиков. Гаджет. Кстати, у меня фулл Карл. У меня полностью две пассивки, один гаджет. Отлично. Гейл, Макс, вас мне не хватает. Ну что же, какой у меня шанс на легендарку или на Макса? Ну, короче, шансы, я знаю, увеличили на легендарку, так как стало меньше боксов в игре. И для тех, кто начал играть, уже будет не так уж и изично прокачаться. Я очень доволен, что у меня фуловый ак. И если я даже выбью Гейла, то я его сразу на фул прокачаю, и мне не проблема это сделать. У меня монет хватает, у меня всего хватает. И, кстати, если вы хотите, кстати, видеоролик с Нани,
Я могу это сделать, но я думаю, лучше не нужно, потому что вы и так уже знаете его в игре, как он выглядит, что он эпический боец и что он, точнее, не он, а она, Нани, она. Вот эти, я не люблю вот эти вот всякие фигни, вот эти, к примеру, Макс, это она, хотя, блин, все думали, то, что Макс до обновы это он. Ладно, Гейл, понятно, что дед старый. К примеру, Сэнди. Я тоже думал до обновы когда-то, что Сэнди это она, Сэнди. А это он. Ну, короче, вот так вот, ребята. Разработчики любят вот такие вот имена давать. Кстати, вы хотите, вон вам фотография Нани. Кто, может, не видел, кто прям вообще не шарит. Вон Нани, вон, видите, Нани. Круто, да, круто. Короче, ребята, ну давайте покатаем. Давайте пойду выполню пару квестов. Надеюсь, квесты выполню. Ну хотя, я не знаю. Вот, захват кристаллов, это исцелить здоровье. Ну это или же Пэм. Но Пэм это не изи сделать, потому что, ну вы шарите. Пэм нужно стоять в хилке, чтобы хилить. А у меня нету старки. У меня есть Поко, максимально заряженный. Давайте пойдем и выполним, попытаемся сделать за раз этот квест. Не знаю, как у меня получится, но где-то 20 тысяч я должен нафармить. Не нафармить, а исцелить, как бы. Отхилить. Давайте, пацаны, я вас вот так вот сразу похилю. Вон, на тебе, Бо. Давай, ну... А, нет, я забыл. Я забыл то, что... А что я забыл? Я не знаю, что я забыл. Куда ты... Вот куда ты лезешь? Ну, давай ее похилим, чтобы... Давай, Бо, хилим. Есть. Отлично, мы его хорошо хилим так. Давай, ну не лагай, игра, пожалуйста. Почему у меня так лагает? Есть, отлично, мы сразу 4000 отхилили. Прикинь. Вау. Давай. Ну же, пожалуйста. Да помогите вы мне, пожалуйста. Блин, Джесси, помоги, пожалуйста. Нет. Да почему так лагает игра, я не понимаю. Что у меня так лагает? Ужас, я ничего не понимаю, то, что творится в этой игре. Ненавижу вот эти вот лаги. Да уж. Конечно, еще начало сезона. Не люблю в начале играть. Так как у топов, ну не топов, а у хороших игроков сливаются кубки. И они, ну короче, вы понимаете. Думаю, все, кто играет уже на высоком уровне, знают, что в начале сезона нелегко играть. Блин, я все гаджеты слил. И это паршиво, серьезно. Есть 700. Отхилил, давай, Джесси, отхилим по максималке. Плюс себя отхилил, отлично. Что я творю? Зачем я пошел на Дэрила? Просто так вот пошел на Дэрила. Круто, я слился. И все, мы проиграли, скорее всего. Нет, мы еще не проиграли. Давай, летим. Джесси, пожалуйста, молодец, хорошо, полетели. Ну же, пожалуйста, ну же. Ну нет, ну как мы так проиграли-то, а? Ну окей, я думаю, мы квест наполовину выполнили где-то. Нет, еще можно похилить. Давай, хилим, короче, не будем тащить. Давайте хилить просто моих напарников. Просто хилим. Хотя можем победить. Ну можем еще. Ну тычку надо было дать. Хотя Дэрил бы все равно ультой бы забрал нас. Теперь надо возвращать кубки. Вау! В смысле? Подожди. 30 тысяч? Вау! Сразу выполнили квест. Но мне нужно вернуть Поко. Или давайте в парное столкновение пойдем. В принципе, Поко можно попробовать затащить топ-2. Если у меня будет какой-то танк. Динамайк, спасибо. Хотя, ну что я бомблю. В принципе, если он играть умеет, то можно любым пиком побеждать на таких невысоких кубках. 650, это же не 700+. Ну, это я так думаю. Ну, возможно, для кого-то 650 это много. Ну, в начале сезона, да, это немало. Да, я тоже согласен, что в начале сезона... Ай-яй-яй. Ну же, пожалуйста, нет. Я не хочу умереть. Я тут должен тащить. Так, Лукас. Привет. Какой-то не русский челик, я так думаю. Или фиг его знает, возможно, и русский. Ну же, давай, пожалуйста. Я хочу топ-2 занять, чтобы вернуть Поко. Ну, Лукас, ну нет, ну не иди туда. Блин, Леон в крысу, на нафиг. Все, проиграли, отлично.
Ну давай, живи, Лукас, пожалуйста. Лукашенко, давай, живи. Молодец. Блин. Класс. Проиграли. Минус 6 кубков, ребята. Ладно, давайте верну Поко по щелчку пальца. Ну что же, ребята, я наконец-то это сделал. Уже надоело, если честно, играть. Серьезно, я сыграл где-то... игр где-то так... ну... где-то 4 игры. Одну я слил, как всегда, блин. Ну и потом возвращал. Давайте, да ну хватит, ну вы что, серьезно. Конечно, устал уже играть. Не хочу, на самом деле, в этом сезоне что-то париться. Вот такой вот был сегодня видеоролик. Как мы открыли награды, нам выпал гаджет. Что мы получили... за конец сезона, за 23 тысячи, 6 тысяч старпоинтов мы получаем. И вы знаете теперь, что если апнуть 23 тысячи, вы получите около 6 тысяч старпоинтов. Ну, если, конечно, больше, то больше, если меньше, то меньше. Это, я думаю, каждый понимает, зачем я так говорю даже. Ждите видосика, ребята, скоро будет квесты. Точнее, не квесты, скоро будет вот такой вот бокс-опенинг, короче, вообще очень жестко будет. Заберем Гейла. Ну и также я очень хочу выбить Макса, чтобы был уже полностью весь аккаунт в персах. Все было, все пассивки, все гаджеты, все. С вами был Денплей. Всем удачи и всем покедова.